Всем добрый день. Есть у меня такой заказ. Нужно сделать книжный шкаф. Вот размеры здесь все есть. Все, в принципе, очень просто. Просто и понятно. Но есть один маленький момент. Значит, вот эта вот стенка, да, должна быть из массива. Вот эта, естественно, стенка тоже должна быть из массива. Все вот эти вот полочки, да, тоже, соответственно, должны быть из массива. Массив ясеня. Вот ящики, да, тоже они должны быть без ручек, ну, здесь просто так нарисовал. А вот с такой формы, то есть интегрированная ручка, фасад профрезерованный, тоже, соответственно, должно быть из дерева. Ну и ящики внутри тоже должны быть из дерева, ну, там уже будет из тополя. А все вот это вот, полностью все, должно быть с ясеня. И задняя стенка тоже фанера, покрытая шпоном ясеня. Это все, у нас будет идти все под масло. И вот смотрите, какой возникает момент. Значит, хотелось бы услышать ваше мнение, чтобы мы, ну, не только просто смотрели там, а немножко даже принимали участие в этом. Я думаю, что это будет неплохо, да? Смотрите, значит, у меня такой вопрос. Интересует просто ваше мнение, да? Как мне крепить вот эти вот полки, да? Соответственно, здесь на конформаты, чтобы было насквозь, не проходит. Здесь должно быть все четко. Вот. И как внутри закрепить? На уголки... Снизу уголки тоже не проходит. Здесь не должно быть ничего видно. Вот. То есть, может кто как знает, у кого какие новшества есть, чтобы все это дело грамотно, правильно закрепить, чтобы потом, когда, например, будет немножко понятно, что ссыхание, рассыхание, по-любому, потому что ширина 30 сантиметров. Вот ясень будет у нас не из сушки принудительной, а сушка естественная. Там где-то в 7 лет уже лежал. Понятно, что здесь будут какие-то грани, что на стенках, что на полках. И всю эту конструкцию нужно как-то так собрать, чтобы потом не возникало проблем. Если у вас есть какие-то мнения, есть какие-то замечания, есть какие-то советы отдельные, как все это дело сделать, я был бы рад это услышать. Чтобы, опять повторюсь, чтобы мы немножко даже так принимали участие. И потом уже, соответственно, из комментариев, кто как, что как посоветует, уже дальше будем делать. Спасибо за внимание. Если можно, если кто-то делал такое, напишите, поделитесь опытом, как это делали вы и как вы себе это все дело представляете. Так, все, спасибо за внимание, всего доброго, удачи в работе.